Блин, светофор такой долгий, а. Полдня тут уже провели. Да не говори. Ой, а что это он вот проехал сейчас направо, а поворотник не включил? Ну, потому что он петух. Пап, ты что так жестко? А это не я, дочь. Это не я, мне еще в юности по этому поводу, по поворотникам, наш местный авторитет как-то разложил. Че разложила? Ну, если ты вот включаешь поворотник, да, ты как бы мужикам говоришь: мужики, пропустите меня, пожалуйста, если не впадлу. Ну, либо имейте в виду, что я как бы сейчас буду поворачивать, либо перестраиваться, да. А петухи, они ж молча это делают. То есть они никому ничего не говорят. В надежде на то, что потом жопа целая останется у них. А так бывает не всегда. Не всегда. Да. А вот ты включай поворотники тогда. А я, доченька, всегда включаю поворотники. А я только учусь. И буду я включать, ладно. Я же не тот, как он, петух.